Александр Григорян покинул пост главного тренера махачкалинского «Анжи». Об этом 50-летний специалист объявил сразу после очередного поражения команды в матче 6-го тура премьер-лиги. Встреча с московским «Динамо» проходила в Каспийске и завершилась со счетом 1-3. Матч начался для «Анжи» как нельзя лучше. В дебюте игры Арсен Хубулов на скорости прошел по флангу, прострелил в центр, а там Павел Яковлев в касание перевел мяч в ворота. С убойной позиции, без шансов для Шунина, расстреливает вратаря и забивает Павел Яковлев. Первый мяч в статусе капитана. Вскоре «Динамо» отыгралась, атака прошла правым флангом. Последовала передача на дальнюю штангу, где Фатос Бечерай освободился от защитника и пробил головой в дальний угол. На 34-й минуте московская команда забила второй мяч. Евгений Луценко отлично прошел по центру, собрал на себя нескольких защитников и затем вывел 1-1 Кирилла Панченко, который перебросил голкипера махачкалинцев. На 76-й минуте Панченко сделал дубль и закрепил победу гостей. Форвард реализовал пенальти за фол Тома Фибеля против Александра Ташаева. Сейчас и болельщики «Анжи». Сразу после игры об отставке объявил теперь уже экс-главный тренер «Хозяев» Александр Григорян. Очередная игра, которую по содержанию мы провели достаточно качественно и проиграли. И, конечно же, в этой ситуации, когда таких игр накапливается достаточно, качественных игр, и при этом они приводят к поражению, тренер должен набраться мужества и подать в отставку, что я и делаю. Григоряна на посту главного тренера сменит 41-летний наставник Вадим Скрипченко. В прошлом сезоне белорусский специалист тренировал «Крылья Советов» и «Урал». На данный момент футбольный клуб «Анжи» с 3 очками занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Каспийск.